Здравствуйте! Вы на канале RomAndroid, а меня зовут Роман Капралов. На этом видео мы с вами подключим к телевизору устройство по беспроводному каналу связи Bluetooth. Если вы испытываете проблемы с подключением к телевизору, например, после обновления программного обеспечения, рекомендую проверить драйверы на телевизоре. Для этого заходим в настройки, настройки устройства, об устройстве, статус. Если адрес Bluetooth пуст, необходимо сбросить до заводских настроек. Если есть номер, ищите решение проблемы с подключаемым периферийным устройством. Начнем. Заходим в настройки, спускаемся вниз, пульты и аксессуары. Если в комплекте с телевизором шел пульт управления со встроенным Bluetooth, то с него и начнем. Зажимаем две кнопки и ждем красную индикацию на пульте управления. После того, как начал моргать диод на пульте управления, нажимаем ОК. Я также вам порекомендую все устройства в момент подключения располагать не дальше 60 см от самого телевизора. Сейчас я подключу сторонний пульт управления со встроенным гироскопом, а вам порекомендую читать внимательно инструкцию ваших устройств, а именно как перевести его в режим ПР. Подключим внешнее аудиоустройство. Расскажу вам об одном лайфхаке. Если нажать на пульте управления два раза вниз, один раз вверх, затем вниз-вверх, сопряжение пройдет намного быстрее. Сейчас я подключу геймпад. В моем случае это Xbox One. Пробовал еще DualShock, но он работает некорректно с Android устройствами. Если вы выбираете другого производителя, обращайте внимание на версию Bluetooth. Рекомендую не ниже 4.0. В этом случае у вас не будет отставания изображения от действий нажатия на контроллере. Проверяем. Обратите внимание, на пультах управления показан остаточный заряд самой батареи. Проверим голос. Нажимаем кнопку Voice на пульте управления и говорим команду «Открыть настройки». На стороннем пульте управления проверим работу гироскопа. Звук аудиоустройства. Работу геймпада проверим в игре. Если вам нравится такой формат видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал RomAndroid.